Итак, друзья, как мы вам и обещали, в клубной зоне у нас сегодня гость и не один. Во-первых, Лана Би. Ланочка, здравствуй. Привет. Ну и вторым гостем является Dream Electric. Привет. Привет. Я так полагаю, что мы сегодня будем презентовать вашу новую работу под названием Dance. Расскажите, пожалуйста, о том, как родился этот творческий союз, как вышла, собственно, из-под вашего пера эта песня. Ну, в общем, обо всем по порядку, чтобы было интересно. Наш творческий союз родился, вот можно сказать, недавно, да, буквально полтора месяца назад. Ну да, где-то так. Так вот у нас родился союз, родилась идея сделать общую песню. Вот, и как бы песня состоялась, написал ее замечательный гитарист, талантливый Dream Electric, вот который сидит скромно возле меня. Спасибо. Вот, и написал музыку, и слова написал сам, на самом деле, очень удивил, поразил. Вот, записали вокал, получилась песня под названием Dance. То есть ты пишешь на английском? Я пишу на английском, да, естественно, я написал также и гитарные партии, которые вы услышите в этой песне. Песня, в принципе, говорит, можно сказать, о шоу-бизнесе, о танцовщике, который пытается в нем пробиться. Как она пытается в нем пробиться, это вы услышите в самой песне. Песня, надеюсь, будет вам очень интересна, потому что она включает, во-первых, очень талантливую певицу Лану Би, которая больше тоже закраснела. Окей, меня чисто такая бытовуха интересует. Ты с английским дружишь очень хорошо, если ты уж пишешь. Ну, так получается, да. Литературно, все, никто тебе не в этом не помогает. Да, да, не сам, все сам. Хорошо. О твоих подвигах на израильской сцене мы наслышаны, да? Где-то за рубежом ты представлял нашу страну? Ну вот эта песня сейчас планируется быть также за рубежом. Есть также очень много ремиксов, которые ожидают эту песню. Первый ремикс уже сделан, кстати, нашим хорошим другом Джон, которого вы тоже сможете в дальнейшем услышать. Новые лица, которых здесь нет, да. И надеемся, конечно, что это станет следующим супер-мега-пупер-хит. Мы надеемся на это очень. А все-таки ты где-то гастролировал? Пока что только в Израиле. Значит, ладно, это нам все известно. Да. Где, как и когда все это происходило. Ну, а что касается нового трека, какие у вас на него планы? Что планируется вообще с ним в ближайшем будущем? На каких-то лейблах, может быть, где-то как-то, что-то, куда-то, зачем-то, почему-то? Ну, вообще планы у нас большие, да, не будем говорить грандиозные, потому что все говорят грандиозные, мы скажем, у нас просто большие планы на эту песню. Ну, так как это первая совместная работа, конечно, мы ожидаем какого-то определенного успеха, потому что она получилась довольно необычная песня. Сейчас она появляется на радио, на вашем, в ротации. Также она в Америке, сейчас в ротации в Калифорнии. Эта песня очень понравилась. Мы надеемся, что она выйдет на Европу, потому что она действительно такой европейский стайл. Я думаю, им это будет близко, тем более, что это на английском языке. Вот. И, конечно, мы планируем в ближайшее будущее снять клип. Вот. Но о чем он будет и про чем мы пока рассказывать не будем. Идеи есть. Ну, как бы, чтобы людям было интересно посмотреть. Ну, я так понимаю, никакой презентации помимо интернета не было нигде еще. Пока не было, То есть не сейчас было. Здесь мы услышим эксклюзив, так сказать, дебют. Да, совершенно женщина. Ну, как всегда, муж к тебе. Окей, песня под названием Dance в исполнении Ланы Би и Dream Electric. Слушаем!